Итак, друзья, всем привет! Сегодня 29 декабря 2021 года. Сегодня, друзья, хотел бы я, как матковод, давно занимаюсь выводом маток. И, конечно, я приобрел большой опыт работы по выводу маток. И сейчас хотел бы молодым матководам что-то порекомендовать. Кто-то, если еще не выводил маток, я посоветую, что вам купить. Как лучше, чем пользоваться у себя на пасеке для вывода маток, для удобства, что нужно покупать, что не надо покупать. Я вам сейчас, ребята, посоветую, может кому-то это и пригодится. Ну что ж, ребята, вот такой вот тут набор я разложил уже у себя. Во-первых, перво-наперво, как правило, кто-то хочет начать заниматься матководством, кто-то советует уже выписать сот никот. Есть джентер, а это никот, ребята. Сейчас я попробую достать его, показать, что и как он работает. Так, вкратце. Как правило, вот этот сот никот ставится в обычную рамку пчеловодную, вырезается в суши окно и ставится. В общем, принцип работы таков. В общем, вот заглушка. Заглушку убираем, отлавливаем пчелосемье нужную матку, от которой нужно привиться, садим наш сот никот, закрываем. В итоге что получается? Либо вот это вот окно открываем, матку сюда запускаем. И здесь как бы ячейки. Пчела может пройти сюда. Здесь вот проход для пчел есть, а матка выйти не может. Она, естественно, там откладывает яйца. Естественно, пчеловод смотрит, яйца отложены, там личинка только появилась. Разбираем сот никот, вот это вот убираем, достаем стаканчики, а в них уже личинка. Ставим в наши держатели, вот в эти вот, вот это вот мисочка, вот это вот, вот ее ставим, и все, как бы эту рамочку ставим в воспитательницу. Вроде бы все так очень просто. Проще некуда работать с сотом никота. Но я, ребята, скажу одно. Если бы я сейчас снова, как новичок, начал бы заниматься матководством, я бы вот этот сот никот никогда не заказал. Когда я попробовал эксплуатацию этого сота, я пришел к выводу, что он мне, честно говоря, не нужен. Почему? Давайте я сейчас объясню. Порой матку запустишь. Матку надо отыскать в улье. На это опять уходит большое время. Отыскал. Посадил. Ждешь пару суток, смотришь, когда тут появятся яйца. Потом смотрим, когда личинка будет. Порой отбираешь вот это вот все здесь. Вроде были яйца, личинки. Порой все это пчелы убирает, выбрасывает. Уходит какое-то время, ты теряешь это время. В итоге, вот эта вот потеря времени, что-то пойдет не в срок. Я решил, что вот этот вот никот мне, он не нужен. А могу предложить, ребята, другое. Сот никот убираю. Раньше я личинки прививал. Шпателей в то время не было. Из алюминия согнул проволочину, подколотил, подточил, получилось как лопаточка. И я из сота буквально выбирал нужные мне личинки. Это от той семьи, от которой хочу привить. Выбирал вот именно маленькие личинки. В дальнейшем я покажу, какие нужно личинки отбирать. Брал их. Они плавали в маточном молочке.
Прежде чем, где, допустим, сюда положить личинку в мисочку, я, как правило, либо смазывал, частично с медом проходился. Конечно, прежде чем положить личинку, сутки фактически вот это прививочное у меня находилось в семье, где пчелы у меня шлифовали ячейки. Чтобы не было запаха, все такое, смажешь все медом, в улей поставишь на сутки, потом достаешь и прежде чем положить личинку, я ложил чуть-чуть меда. Который раз где-то я находил в какой-нибудь семье маточник, то смазывал маточным молочком. Маточное молочко можно было развести немножко в водице и все, подкладывал эти личинки. Прием был, прием устраивал, это работало. А вот когда появились вот эти вот шпателя, красные, помню, первые появились вот эти вот красные. Это считается тут китовый ус, кончик. Неплохой, он сбрасывает личинку. В общем, личинка берется со стороны спинки, допустим, вот так вот. И она подлизывает вот так вот ячейки, мягкая вот эта вот... Мягкий вот этот вот ус, но его нужно доработать. Я неоднократно показывал на канале, как доработать, чтобы он был очень и очень мягкий. В общем, берется обычный спичечный коробок, и об коробок можно потереть, сделать его очень таким нежным, тонким, вот этот язычок. Ну, я брал наждачную бумагу еще, очень мелкую такую, зернистость, мелкую совсем. Тихоньку натирал, стирал лишнее и дорабатывал свой шпатель. Главное, вот эти все шпателя нужно доработать. Был комментарий, что там товарищ хотел заказать зеленые вот эти вот шпателя, а их нету. Были красные там. Я говорю, без разницы, что, ребята, вот зеленый, что красный. Язычки там все одинаковые. Где-то язычок попадается очень такой нежный, все, дорабатывать не надо. А где-то, ну, нужно доработать. И еще, ребята, скажу одно. Продаются на AliExpress силиконовые шпателя. В свое время я парочку взял. В итоге я их, честно говорю, выбросил. Выбросил, повелся на рекламу. Просто тот силиконовый шпатель, он очень грубый. Его довести до кондиции очень сложно. Очень сложно. Такой пластик там, ну... Я не смог особо доработать, мне не понравилось. Вот комплект, покупаешь 10 штук, и тебе на несколько лет их хватит, этих шпателей. Так что обращайте внимание, ребята, на это все. Не заморачивайтесь, берите вот самые дешевые, чуть-чуть доработали, и они работают прекрасно. Что нам нужно еще для мотководства? Вот эти вот... Бигудишки я выписываю на AliExpress. Конечно, я выписываю сразу, допустим, большую партию, 100 штук. Там, ребята, есть партии по 20 штук. Для начинающего 20 штук вполне достаточно. Ну, на ваши объемы. Там я заказывал брату 20 штук. Там они шли сразу с вот такими мисочками. Вот эти 100 штук заказывал, мисочек не было, мисочки заказал отдельно. Это все копейки. Не стал я, допустим, как раньше делать какие-то там из шприцов делать бигудишки. Использовал когда-то из шприцов, пробовал делать, одевать, защищать маточники. Это все прошлый век, ребята. Берите вот комплект, комплект берите с AliExpress простой. Ничем не хуже. Оригинал Nikon брать, ребята, я думаю, это деньги на ветер, дело ваше, берите оригинал. Китай, Китай рулит, я не знаю. Ну, у меня уже несколько сот вот этих вот клеточек. Пользуюсь прекрасно. Ну, и для мотководства еще, ребята, приобретите, допустим, если вы будете потом подсаживать клеточки. Есть клеточки Гайдара, есть вот такие вот клеточки с двумя окнами. Большое окно, малое окно. Для подсадки матки, ребята. Здесь малое окно. Может проходить только пчела. Матки не выйти. Когда прогрызут большое окно, пчелы матку выпустят. Хороший способ подсадки маток.
клеточки вот такие вот тоже приобретайте для подсадки своих маток. Я меняю в основных семьях плодную на плодную. Там я показывал неоднократно, как все это делается. Так что для матководства это тоже пойдет. Ну и все вот такие вот клеточки, у меня это все есть тоже у себя на пасеке, они тоже не помешают, допустим, пометил матку плодную, посадить кому-то, допустим, отправить. Это все тоже можно где-то заказать там на Алиэкспресс. Все это есть. Может там, смотрите, ребята, я ссылку оставлю. Далее что? Разобрались мы. Шпателя, клеточки. Как прививать? Вот, ребята, сделал вот такую подставку. Буквально вот на саморезы, брусочки. Брусочки для хамок были напилены. Одним махом, один раз сделал временно. Ничего не обтачивал. Сделал. И это все работает. Как работает? Сейчас немножко о прививке. Для этого нам понадобится вот такие окуляры. Я использую, кому-то и не надо. Здесь они, ребята, у меня с подсветкой. Вот с этой стороны лампочка. Тут лампочка, подсветка. Ее можно включить. Но из практики я заметил то, что они светят не туда, куда мне надо. Подсветкой я, ребята, честно говорю, не пользуюсь. А увеличивают эти очки очень даже неплохо. Ими обязательно я пользуюсь. Кому нужно, тоже вот приобретайте, покупайте. Далее. Вот. Наша рамочка. Показываю. Вот смотрите, вот тут. Она у меня просто вот так вот вставляется туда. Вот эти планочки вставляются. Не делайте, ребята, ошибки. Какие-то там гвоздики вот так с той стороны и с другой делает. И делает поворотные. Ребята, это так неудобно. Так неудобно с поворотными. Лучше вытащить, положить и начинать прививать. Если у вас будут вот так вот поворотные, допустим, вы вот так вот положили. Неудобно это то, что вот они вот, ее не уберешь, она там прихвачена на гвоздике с каждого края. Эту сторону начинаешь прививать, вот эти вот планочки, у нас вот рукой прямо, она вот мешается. Ну ладно, эту привил, нормально все, да? Вторую прививать, это уже рукой задеваешь, неудобно. Я просто вот снимаю, мне удобнее вот так вот, снял. Ну, положил сюда вот, допустим, планочку. И пошел. Взял личинку, захватил ее, язычок слизнул вместе с маточным молочком. И в ячейку. И как бы вот так вот, смотрите, взад так отвожу, отвожу взад, язычок так тихоньку веду взад. И одновременно нажимаю. Сбрасываю, как бы размазываю личинку вместе с маточным молочком на дне нашей мисочки. Она очень хорошо сбрасывается. Берем вторую и вперед, вперед, быстро, быстро, быстро это все получается. Все. Сот более темный, он с него лучше брать личинку, но порой в практике бывало, что и сот светлый, светлый воск, если у вас хороший наконечник, мягкий, то и из светлого сота я прекрасно брал личинки вместе с маточным молочком. Но сейчас покажу, какие личинки нужно брать, а какие не нужно брать. Вот, ребята, три варианта. Первый вариант, это когда у нас яйцо. Яйцо, оно лежит, либо стоит в ячейке, прямое такое, сухое, там нет маточного молочка. Второй вариант, личинка маленькая, очень мелконькая, ее еле видно. Она лежит прямо в маточном молочке. Она не только лежит, она порой даже и плавает там как бы. Она на вид полумесяц. Ребята, обратите внимание, чтобы она была только полумесяц. Только полумесяц. Это молодая личинка. Вот этот второй вариант у нас подойдет. Не подойдет нас третий вариант. Это уже старая личинка. Когда личинка лежит полностью, фактически в ячейке по кругу. Видите, она на полумесяц вообще даже не походит. Не походит. Вот такая личинка, третий вариант,
он не подходит. Подходит второй вариант, когда личинка лежит в маточном молочке, плавает и похоже как бы на полумесяц. Вот такую мы берем шпателем и берем ее шпателем со стороны спинки. Она со стороны спинки очень хорошо берется. Раньше были железные шпателя, в магазинах продавались. Я сделал, когда алюминиевую, то я всегда брал алюминиевым шпателем, сделанным, всегда брал только со спинки. Со спинки она хорошо бралась, и аккуратно можно было ее положить в нашу мисочку. В то время я их также еще на заре своего мотководства использовал восковые мисочки. Они тоже у меня остались, они есть. Сейчас я вам покажу. Я использовал когда-то вот такие восковые мисочки, они тоже неплохо работают. Если у кого-то есть возможность, то можете работать восковыми такими мисочками. Их изготовить несложно. Я сделал вот такое лекало 9 мм, закругленное. И сразу по 4 мисочки выплавлял. Это берется как? Растапливается воск, ребята. Воск не перегреваем. Но если он нагрелся, растопился, подождать немножко. Когда чуть-чуть по краям тарелочки начинают застывать так, подергиваться пленочкой. Все. Самый лучший вариант. Окунаем наш вначале в воду, потом воду стряхиваем. Окунаем в воск небольшое количество. Потом достаем опять в воду. И раза три. Потом снимаем вот такие восковые мисочки. В дальнейшем я покупал еще силиконовый вот такой вот, сразу на 7 мисочек. Также окуналось все в воск, охлаждалось, и вот так вот снимались восковые мисочки. Да, ребята, кто-то еще скажет, а не проще ли будет взять из нужной семьи рамочку с личинками и вырезать там окно, убрать лишние личинки и поставить стартер. И пчелы сами оттянут маточники. Ребята, этот метод я пробовал. Это тоже не очень-то так мне понравился. Потому что, во-первых, ну надо найти эту рамку. Потом изрезать. Ну жалко, в принципе. Либо резать вот на кубики и прилеплять опять их баклажкам. Эти методы в книгах написаны. Ребята, эти вот... То, что вот сот порезать на кубики, вот на эти вот прилепить там к баклажечкам, потом к рамочке прививочной, все это приклеить на воск. Это такое, ребята, ну трудно это. Ну не трудно, я не знаю, это просто потеря большого времени. От меня, я, ребята, вам предлагаю то, что мне современное сейчас наше время, просто приобрести вот эти вот готовые уже мисочки, стоят копейки. Шпателя вот эти китайские, которые я вам показал. Если зрение слабовато, какие-то очки, не обязательно с подсветкой. Подсветка не работает, мне не понравилось. Лучше какой-то фонарь. У меня вот тут вот есть фонарь, как раз вот где я личинок прививаю на столе, сверху светит. Фонарь и хорошо все ячейки. Мне видно, какая лежит там личинка. Это мой простой совет для вас. А то, что сот никот, тоже его отметаю. Ну а вам, ребята, решать, как выводить маток, каким способом, что приобретать, конечно, решать это вам, друзья. А от меня это просто совет. А так, друзья, кто досмотрел мое видео до конца, не забываем поставить лайк. Подписаться, нажать внизу на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео на моем канале. Всем, друзья, пока и до новых встреч. Всем удачи. Пока-пока.